немножко плосковатый каламбур, но так получилось, да, ничего ж не поделать. Но главное, что у нас есть книжка, и даже не одна, а другой, я думаю, последний роман. Последний роман? Да. Ну так, по крайней мере, у нас заявлена программа. Вот, значит, внимание на книгу. Вот она у нас последняя. Кстати, а кто делал обложку? Вот, чей это замысел? Это издательство. Да, то это издательство. Вам так нравится? Ну, во всяком случае, лучше, чем предыдущая, которая была с крыльями. То есть там... Это... Здесь, да, по крайней мере, вот это вот средство, вот это движение какое-то возрастное. Ну, это нормальный прием, в общем, ну, ничего особенного, но и не плохо. Да. Я думаю, что где-то на выполке она видна, а это самое главное для книги. Да, конечно, чтобы рука к ней тянулась. В общем, тянется. Вот. И вот мы уже немножко начали с вами разговаривать, так, берем такую закадровую ситуацию. Вот на моей памяти эта книга с точным названием. То есть название, которое работает на протяжении всей книги, и ты понимаешь, что все там другие построены на этом, да, и акцент именно на длину всей жизни, и не одной жизни. И даже непонятно, когда это закончится. А вот как это все начиналось? Я имею в виду идеи, сюжет, сцена, вот что вот вы увидели в начале, из чего произошла эта книжка? Ну, она произошла из, как это всегда бывает с авторами, из очень личной истории, очень давней истории. Дело в том, что я занималась спортом, я была кандидатом в мастера, я была не легкоатлетом, я занималась лыжами. В общем, это был образ жизни, понимаете? То есть это тренировки, сборы, 6 раз в неделю тренировки, когда начинается набор спортивных. И вдруг я получила травму. Вот. Значит, это была реально ваша история. Да, я получила травму, и вот представьте себе, в какой пустоте я оказалась. Мне не надо ехать на тренировку. Летом я свободна, у меня нет сборов, у меня нет лагерей, у меня нет сборов. Я не бегу кросс. У меня вдруг образовалась вот эта пустота, куда стала, собственно говоря, проваливаться моя жизнь, понимаете? То есть смена радикального образа жизни. Кстати, простите, что перебиваю, а у вас была другая жизнь, помимо вот этой спортивной жизни тогда? Ну, конечно, была. Понимаете, я всегда была многостаночником. То есть одновременно у меня была так называемая школа юного математика при Уральском государственном университете, при механико математическом школе. Одновременно у меня был литературный клуб, одновременно у меня было много всего. Но спорт — это такая штука, которая оставляет все остальное, вот эти, покрайше. Несмотря на то, что я выигрывала олимпиады по математике, по физике и так далее. Но спорт, понимаете, это очень азартная вещь. Спорт — это... Ну, скажем так, у меня наибольшие амбиции были там. То есть я всерьез, хотя это сейчас в это очень трудно поверить, но я, в общем, всерьез рассчитывала на олимпийский пьедестал когда-нибудь. Потому что лыжный спорт уже возрастной, там довольно долго бегают. А тут раз и ничего. Понимаете? Конечно, я не стала инвалидом-опорником. Но вот эта пустота, ее очень долго пришлось заполнять, понимаете? Вот эта внезапная пустота, и заполнилась она, конечно, заполнилась она литературой, заполнилась она прозой. Но я очень долго не могла об этом писать, потому что, знаете, больно, было так больно, что я понимала, что это будет не песня, а крик. И вот прошло, господи, сколько, почти 40 лет. И вот с тем, и вот только... Человеческая жизнь. Да, и вот только теперь у меня вдруг срослись две истории. История про
мальчика из неблагополучной семьи, которого соседи как бы взяли на попечение, на поруки, а он превратился в такого вот негодяйчика, и история про спортсмена, который фактически остался без ног. Но при этом, что для меня было важно, что я пыталась исследовать, понимаете, способность для него, вот эта левитация, способность, она же никуда не исчезла. Эту любую человеческую способность вроде нужно материализовать, просто материально. И я вспоминала вот свои ощущения, но от скорости, от подлета на трамплинах каких-то, понимаете? И вот это ощущение силовой паутины в районе диафрагмы, вот я его, оно у меня снова всплыло, и я придумала вот этот специальный энергетический орган, который есть у моего героя, и он-то как раз никуда не делся. То есть человек без ног, а способности продолжает его тревожить. И ровно потому, что она у него осталась, в конце, ну не буду спойлерить, но все-таки мой герой, он встал на эти карбоновые спортивные протезы и все-таки прыгнул. Вот такая вот история. Откуда что растет? Знаете, может быть, я, короче, сам, ну, нахален, что ли, вот, но для меня это в своем роде очень такая богословская книжка. Потому что этим занималась Талась средневековая. То есть последствия человеческих деяний, да, как вот предопределение, как некая судьба и в то же время свобода. То есть это о свободе и предопределении. И что нам несут наши поступки? То есть результат такой, спас мальчика. А мальчик превращается в его проклятие. В его проклятие. Причем, казалось бы, да, герой должен быть вознагражден, а тут эта награда находит героя, но виден казань. Да, да, вот. Да. Это очень глубокая, как мне кажется, сюжетная какая-то история, которой когда-то занимался богословской наукой, пытался понять, что вообще человек предназначен в этой жизни. Ну, вы знаете, в силу профессии, скажем так, я думаю, почти любой писатель обязан предположить, что Бог есть. Почему? Доказать это нельзя. Об этом можно только свидетельствовать. Каким образом? Вот когда ты сидишь за своим компьютером, и ты никак страница не покрывается буквами, но в какой-то момент к тебе приходит помощь. Один из моих коллег назвал это состояние дозвониться. То есть ты звонил, и наконец тебя ждут. И вот этот ответ, когда ты понимаешь, что не только ты пишешь, что существует какая-то, что открывается некий портал, и с тобой говорят оттуда. Понимаете, это ощущение, оно конкретно, это рабочее ощущение. И коль скоро всякий писатель свидетель тому, то и отношение человека с предопределением, судьбой, с некой силой, которая, ну, скажем так, управляет им без его согласия, она, конечно, очень важна. Скажем, 2017, тот роман, который переводится в программе «Славянский язык», там, собственно, он об этом. Понимаете? О специфическом уральском характере. Когда ставится эксперимент по обнаружению Бога. Каким образом? Бессмысленный, казалось бы, риск. Дернуть Бога за ворот, вызвать его на ответ, сделать что-то такое, чтобы он отозвался. Ведь, собственно говоря, два моих персонажа, Крылов и Таня, которые встретились на вокзале, ничего не знают друг о друге, каким образом они строят отношения? Они встречаются только в одном месте, и если они, вернее так, место каждый раз меняется, время меняется. И если они не встретятся в назначенное время, то они просто не найдут друг друга в этом огромном городе.
Это всякий раз вопрос к Богу, вопрос к судьбе. И вопрос, если бы они его могли сформулировать, он бы звучал так. Правда ли то, что с нами происходит? Можем ли мы доверять своим чувствам? И в конце концов они теряют друг друга вот на этой роковой площади, где, собственно говоря, и начинается ревейк Октябрьской революции. Это 27-й. Да, да, да. То есть это та же самая, ну, если угодно, богословская проблема. Да. Эксперимент по обнаружению Бога. Собственно, поход, всякий поход в горы под рюкзаком, это тоже эксперимент по обнаружению Бога. То есть ты можешь стереть все ноги, съесть все, что ты несешь на себе, пойти туда, где наверняка должны быть самоцветы, и ничего не найти. А можешь пнуть булыжник, он перевернется, и там, например, кристалл цитрина, или альмандин, или что-нибудь такое великолепное. То есть здесь, когда ты уходишь за камнями, ты вступаешь в отношения с силами, которые либо будут к тебе добры, либо, может быть, ты заберешься в какую-то старую шахту, и вот эти старые лестничные клипы, они треснут и обрушатся тебе на голову. Все может быть. Существует на Урале специфическая уральская горная мифология, которую описал Пожовский. Пожовский, да. Но, понимаете, в чем дело? Частично Пожов, конечно, ее достроил, как всякий писатель. Как я поступила. Но есть и база. Понимаете? Есть, то есть это мифология, реально существует. До сих пор. А сейчас она, знаете, дополняется новыми персонажами. Например, сейчас ходят вот эти самые мои сталкеры, они ходят в аномальные зоны. То есть новыми персонажами стали, условно говоря, это новое. Это тоже часть уральской горной мифологии. Наравне с хозяйками этой горы. Опять же, черный альпинист. Тоже очень интересная история, понимаете? Перевал Дьявола кое-что продуцировал. Прогремел заново перевал. Да, но он и породил вот эти легенды о замерзших пристанах. Понимаете? То есть в реальном времени эта мифология дополняется, развивается. Я, к сожалению, сейчас оторвалась от этой среды, хотя была раньше, выросла в этой среде. Давайте туда и направимся, да? Вот это очень интересно. Свердловск, Екатеринбург, Урал, ведь вы довольно значительную часть жизни провели. И вот то, о чем вы говорили, да, ваши надежды, честолюбивые амбиции, спорт, все осталось там. Я слышу после этого. Скажем так, амбиции я все-таки привезла в Москву. Да, вы умудрились, да? И активно их удовлетворяю. Чему мы всячески подросли. Что касается Урала. Да. Понимаете, это очень старые горы, очень сильно разрушены, очень сильно. Поработали ветер, вода, время, дожди. Уральские горы, они действительно набиты подземными кладами. Сейчас уже многие месторождения истощились. Например, истощились запасы малахита. Хотя мне кажется, что очень может быть, что где-то это еще есть, может быть, непосредственно прямо под Екатеринбургом. Но тем не менее, это самоцветы. Это золото, это цветные, черные металлы и так далее. И вот когда живешь во всей этой истории, мы еще буквально, когда мы были совсем мелкие, мы на трамвае ездили на обвалы уральского каменерезного завода. То есть это перелазишь через завод и находишь яшму, лазурит, тот же малахит, щетки аметистовые. Набираешь это все, везешь домой, и потом в маленькую квартиру все об этом спотыкаются.
Когда стали постарше уже, ну, старших классов, у нас были такие, когда была такая практика, завод шефствовал над школой. И завод нам давал автобус, мы на этот автобус грузились, и на выходные, на каникулы выезжали куда-то далеко, потом автобус оставляли, лагерь разбивали и шли дальше за камнями. Так что у каждого практически, у его знакомого была какая-то коллекция камней. Конечно, ювелирного качества найти что-то было проблематично, тем не менее, ходили. Вот это ощущение близости вот, всех этих богатств, оно действительно создавало совершенно особую атмосферу, да, то есть ходили не за ягодами, не за грибами, а за камнями. У моих родителей была дача, рядом начиналось Ужинское самоцветное месторождение. Можно было перейти шоссе, где-то через километр начинались старые, так называемые, закопушки. То есть это такие оплывшие ямы, где работали, где уже поработали гонщики, да, и там и могло быть лет по 100. И вот если порыться, там тоже много всего можно было найти. Вот буквально в шаговой близости от дачи. И это было, конечно, очень интересно. Такой, знаете, азарт и стремление к фарту. Вот фарт очень важно, понимаете? Повезет это тебе. Уже про людей. Вот мы от камней и минералов теперь перейдем к камням живым, к людям. Mm-hmm. Эти люди там какие-то тоже необыкновенные в этом краю. Ну, понимаете, люди, скажем так, малоуправляемые. Люди внутренне очень свободные. То есть, есть анекдот, как можно заставить екатеринбуржцев прыгать с моста, с царского моста через реку Есей. Повесить на этом мосту объявление «С моста прыгать категорически запрещено». Тут же появятся люди, которые... То есть моментально это будет пляж, понимаете? Я когда-то слышал анекдот просто про русских, а оказывается это про екатеринбуржцев. Ну, у нас рассказывают про екатеринбуржцев, да. То есть всякого рода экстрим, скажем, на байках по льду, вот этот спорт залезать на облитый столб или на какую-нибудь очень высокую сосну, которая тоже там обледенела и так далее, залезть и сорвать оттуда то, что тебе, в общем-то, не нужно, но сам факт, понимаете. Скальники очень рискуют, то есть, вот, например, пройти отрицательный угол, это когда скала не вот так вот идет, а вот так. И ты идешь по ней, поднимаешься таким вот образом, но это считалось круто. То есть не делать этого было даже как-то странно, понимаете. То есть для вот той среды это совершенно органично? Да, 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 да. И опять-таки, это не потому, что все такие безбашенные, а в общем, в базе это действительно попытка дернуть Бога за бороду, чтобы он отозвался и что-то там сверху нам сказал. А вот, скажем так, герои или герои, но вот какие-то знаковые личности вашей юности, Екатеринбургской, Свердловской, mm-hmm. Вот кого же это можно вспомнить? Ну, собственно говоря, они все в этом романе. Вот, да? Это будет хорошо. А кто там, скажем, под литературным именем узнаваем как реальность? А они под реальными именами. Вот так? Да. И когда Иван пришел, мне Хабибулин звонит и говорит, ты что вообще делаешь? К нам же сейчас налоговый придет. Но налоговики книжек не читают, все обошлось. Вот. Так что совершенно реальные люди, почему я не смогла изменить даже... Ну, они очень, очень характерные, очень выпуклые такие люди из моей жизни. Да? И вот написалось, как написалось. Потому что вот когда читаешь, прям такая мощь придет. Из персонажей. А вот они такие и есть. То есть у вас язык, конечно, очень своеобразный, да, изложение, и с ним надо работать. Это очень хорошо, потому что действительно высокая литература. Но просто удивляешься, откуда такая мощь? Из реальности. И вот из переживаний реальности. Да, то есть это действительно люди с сильными характерами, это действительно люди, скажем так, не готовые прогибаться.
это люди, идущие, то есть не робеющие никаким образом, идущие в лес под рюкзаком на опасные маршруты, даже не за камнями, собственно говоря, хотя камни – это как бы нормальная цель, да? За собой настоящие цели. Так что, да, они очень сильные люди. Сейчас они уже в возрасте, они все старше меня по жизни. Но вот такое, какое-то такое ощущение, что они нисколько не ослабели. Это те, кто выжил. Те, кто выжил, конечно. Но кто-то и ушел. Кто-то и ушел, да. Потому что, ну, опасное занятие. Хотя вот из этих выведенных все живы, слава Богу. Все живы, слава Богу. Вот. А, кстати, вспомнила рассказ, это очень известная московская дама, которая некогда была корреспондентка, ему скажем так, в центральной газете. Приехала в Свердловск, брала интервью, по-моему, кого-то из лидеров Свердловского рока. И все очень было хорошо, и она уже уезжала, они шли обменяться адресами, она карточку, а тут что-то карман, ничего, кроме паспорта. Она открывает паспорт, пишет на странице, свой телефон вырывает и дает. То есть у него списки, вот есть бумага и все. Это не понты, да, это не позировка, там, где-то столичный барыш. Нет, ну просто вот так сложилось. Это непочтительность к официальному. И обратная сторона, непочтительность вот именно к тем паспортам, которые еще с петровских времен тогда внедрили. Ну, в общем-то, да, понимаете, непочтительность власти, не священность власти. Стремление власть протестировать. Понимаете, то есть воля к неподчинению, вот это, пожалуй, да, это очень хорошо. Воля к неподчинению. Да, и может быть ровно поэтому, ну скажем, на заре перестройки Екатеринбург был центром авангарда. И феномен Свердловского рока, и феномен литературный, потому что был тогда такой знаменитый экспериментальный номер журнала «Урал», когда собрались, ну скажем так, доморощенные, но очень сильные модернисты. Ну, собственно, и постмодерн тогда уже зарождался. И выставки неформалов там проходили. И, понимаете, была очень сильная группа пишущих, очень сильная. Но вот как раз, что тут можно сказать? Многие ушли в безвестности. Мне кажется, что такой мощный регион, как Свердловская область, конечно, мог бы о литературе позаботиться лучше. Этот упрек звучит странно, хотя бы потому, что правительство Свердловской области поддерживает журнал «Урал», и поэтому журнал «Урал» крепче стоит, чем, скажем, центральный толстый журнал. Но тем не менее, понимаете, столько было людей, столько было талантов. И вот никто, наверное, не знает здесь имени Александра Чуманова или Валерия Исаакова, или Андрея Ромашова. Это очень хороший, и Андрей Ромашов реально большой писатель. То есть... Живой? Нет, уже нет. И Чуманов уже нет, не скажу, уже. Ну, в общем, вот эта вот большая группа, которая вдруг резко заявила о себе, к сожалению, далеко не все, даже очень немногие оказались на виду. Ну, Александр Верников, который недавно покончил с собой, понимаете, безумно талантливый парень. Почему так получилось? Как вот, что можно было сделать? Но задним числом легко давать рекомендации. Ну, все-таки надо как-то осмыслять, потому что, казалось бы, да, наступит время, когда земля начнет сберегать своих там сыновей, дочерей. Я говорю про регион, про край и так далее. Ну, по крайней мере, можно было бы придумать какую-то книжную серию, да. где могли бы опубликоваться эти авторы. Они есть, но книги, их нет, но книги есть. Это книжная серия какая? Екатеринбургская или московская? Вот в том-то и дело, что она должна быть, наверное, все-таки московской. Хотя не факт. Понимаете,
регионы оказались в положении сложном. Собственно говоря, все ждали, когда автора притранслируют через Москву. И ко мне настоящая известность на Урале пришла тогда, когда я вошла первый раз в шорт-лист русской премии «Русский кубик». Только тогда меня стали как-то замечать, выделять и так далее. Каким образом регион может транслировать на страну, на мир свои культурные ценности? Как это можно сделать? Получается, что прямой трансляции не выходит. Страну через мир, да, опубликовали в Нью-Йорке, значит, тогда в Москве зашевелились. Вы знаете, я когда жила в Екатеринбурге, я была всегда такая очень активная, я пыталась организовать литературную премию, но не местного значения. Там есть литературная премия Бажова, она довольно известна. Но она, опять-таки, мы живем здесь, мы даем своим. А нужно было делать как букер. Нужно было, например, есть свободная ниша. Премия за лучший рассказ. Была премия имени Казакова, которой сейчас уже нет. И премии «Букер» сейчас уже нет. И премии «Дебют» сейчас уже нет. Я недавно выступала в Ельцин-центре, как говорят, премия «Ясная поляна», меня туда возили, и общалась с людьми. Но возникла идея некоего журнала, такого именно авангардного журнала, на абсолютно некоммерческих началах какие-то актуальные практики в прозе. В стихах этого много, в прозе этого значительно меньше. Сделать это там, где, собственно, все и начиналось, на родине русского авангарда, может быть, я так думаю, что это родина русского авангарда. Но если, например, сделать в Екатеринбурге на какие-то местные деньги мощную премию за роман, то есть сделать преемника русского букера, вот это тогда регион мог бы транслировать себя и своих. То есть не потому, чтобы своих подсуживать, понимаете? А возникло бы явление, которое было бы интересно всем. Хотели бы получить эту премию все. Это вообще редчайше, вы услышите для России движение изнутри. Понимаете... Что-то может произойти, как вы считаете? Я надеюсь. Я сейчас в контакте с этими ребятами, которые вокруг Ельцин-центра. Может быть, получится. Опять-таки, я считаю, что литературная премия – это вот реальный такой движок для литературного процесса. То есть это должно быть не региональным явлением. И не для местных. Тогда, когда я пыталась это сделать, победил такой местный патриотизм, ложно понятый. Уж если мы тут что-то делаем, то мы своих и будем награждать и выдвигать. В результате все равно все в пределах региона никуда не проходит и никому не интересно. Вот в этом большая проблема. Как сделать эту книжную серию, опять-таки, если это делать на в Екатеринбурге, то тогда ее надо делать. Знаете, что бы я сделала? Помните, была волна возвращенной литературы в 90-е годы? И вот эта возвращенная литература тогда конкурировала с авторами, которые пишут здесь и сейчас. В журнале «Урал» печатался Набоков так, как будто Набоков только что написал этот роман. И отнес его в редакцию «Урала». То есть, понимаете, вот эта возвращенная литература воспринималась как текущая литература. И, соответственно, что получилось? 90-е годы были этой литературой в какой-то, авторы 90-х годов, в каком-то смысле потоплены. Вот я так представил, такой ледоход, когда льдины, да, находят друг на друга, крошатся, давят одна другую, и все это был такой единый поток 90-х. И вот если бы сейчас заняться 90-ми, опять-таки, как возвращенной литературой, сколько бы мы там всего обнаружили? Да и в Москве какие имена, даже Ира Полянская, замечательный писатель. Сейчас ее практически
не помнит, она вышла из оборота. Понимаете, сейчас книги очень быстро выходят из оборота. Если нет переиздания, все. То есть я в Екатеринбурге сделала вот такую серию «Наша возвращенная литература. 90-е и нулевые». И включила бы туда обязательно авторов, которые могут стоять в одном ряду с самыми топовыми авторами, известными в России и не только. И вот тогда было бы понятно, ну, что мы на самом деле имеем, понимаете? Мы, у нас есть то, чего мы в своем доме не знаем. Вот если сделать такую серию, вот тогда регион мог бы очень хорошо вложиться в процесс и очень хорошо прозвучать в процессе. Удастся это или нет, я не знаю. Вот, по крайней мере, концепция проекта, идеи, да, очень внятные, ясные и необходимые, потому что надо перечитывать то, что не было прочитано. Не было, не было. Или прочитано криво, да, или на потолке. Ну, время такое было. Ну, было такое время, да. И действительно, авторы, ну, соревноваться со всем лучшим, что было создано за 70 лет русской эмиграции, это, ну, и плюс переводы, пошли переводы. То, что раньше до нас не доходило. То есть выдало всех щелей. Да. Да. На нас обрушился огромный пласт литературный. Ну и, соответственно, текущая литература 90-х оказалась этим пластом сильно задавлена. Вот кто сейчас помнит роман Алексея Слабовского «Первое и второе пришествие»? Прекрасный роман. Да. Великолепный. Понимаете? Он был свежий, упругий. Необычный, и именно вот из того места, откуда не ожидают. И вот сейчас, если этот роман переиздать, мы его прочтем, поверьте мне, он окажется ничуть не слабее вот этого первого впечатления, а может быть книга даже, знаете, как вино. Дозрела. Дозреет. И мы там прочитаем многое из того, что не видели раньше. Потому что из каждой книги, из каждой, даже самый лучший читатель, берет не больше. Уважаемые гости библиотеки, наша библиотека закрывается через 15 минут. Здравствуйте, пожалуйста. Просто вас подготовить к выходу. Завтра в 11 часов мы будем рады видеть вас снова. Ну мы как, готовимся? У нас целых 15 минут. Ну, в общем, суть в чем, о чем пишу я? Вот про литературу, частью которой вы являетесь, да, сейчас у вас своя судьба, вы начали вот с этого, да? Ну да. То, что вот как за собой еще, да, вот принести все то, что было, да, не прочитано, недопрочитано, утеряно и так далее. Вот Андрей Павлович Ромашов, «Диофантовое уравнение». Это знаете про что? Про Гипатию Александрийскую. Про что? Гипатия Александрийская. И написано это было в 80-е годы. Какой красивый язык! Насколько это мощная, полноценная, богатая проза. У него же роман «Осташа Скоморох». Язык потрясающий. Много всего можно поднять. Много всего можно заново освоить. Конечно, сейчас, ну, собственно, что говорят наши критики? А зачем нам еще что-то, когда у нас... названий, книжных названий, наименований стало столько, что вообще, ну, как говорит Галина Юзефович, никакая иерархия на это не надевается. Но иерархия просто отсутствует. Вот в чем проблема. Но на самом деле иерархия есть. Она вот имманентна в самой литературе, как виду искусства. По разным причинам, да, она как бы внешне не выстраивается, но она существует, ее надо проявить. И, собственно говоря, вот эта иерархия, она будет выглядеть несколько иначе, если нам будет 90-е годы. Вот. Мне кажется, самая интересная находка в нашей сегодняшней беседе. Вот. И я к тому, что такие книги, они выстраивают иерархию. То есть они как маячки, они определяют эти места, где должна вот строиться иерархия ценностей, культурных, литературных, смысловых, там, национальных, региональных. Такие книжки строят Россию. Но мы должны понимать, что это очень антирыночная стратегия, понимаете? Естественно.
То есть рынок, он, рынок желает новинку. То есть рынку ценно новое. При этом рынку ценно такое новое, которое повторяет старое. Все издатели хотят вторую Донцову, второго Акунина, вторую Улицкую, никогда первых. Первые не распознаются, затем первые, собственно говоря, ну, у романа есть год, его премиальный год. Роман номинируется на премии, включается в разные списки, а затем приходит новая волна романов, и все, роман забыли, понимаете, о нем уже не говорят, о нем уже не пишут. Поскольку книжная критика у нас, увы, вытеснила собственную литературную критику, понимаете? И как бы социальное место критики тоже размыто. Это понятно, правда. На самом деле, что делает критика. Просто прибирается между собой или создает коммерческую волну, да, как ну, скорее коммерческую волну и плюс такая технология, как хайп. То ну, есть кто-то выкрикнул, другие подхватили, решили, что мы сегодня говорим вот об этой книге, поднимаем автора на какую-то высоту, проходит время, проходит год, автора бросают на пол, хватают следующего. Продуктивно ли это для автора, я так не думаю. Опять-таки, для того, чтобы существовала вот эта постоянная сменяемость названий, чтобы вот рынок постоянно получал новинки, конечно, верхушку иерархии необходимо срезать. Конечно, ее не должно быть. То есть у нас должно быть ровное плато, ни одна блоха не плоха, все чурики все прыгают, хватаем кого-то одного почти наугад и начинаем раскручивать. Ну и рука постоянно на пульте или на курке. Да. Или переключаем новый канал, или отстреливаем. Но понимаете, какая штука? Роман не живет, настоящая проза не живет в новостном режиме. Она живет в режиме совершенно другом. Хотя бы потому, что первое чтение, а первое чтение, оно всегда беглое, если не перечитывать, то у тебя останутся... Ну, это, знаете, это как... узнавать какую-то местность, когда ты едешь в поезде и смотришь в окно. Вот это первое чтение. А второе чтение, это когда ты уже выйдешь из вагона. Да, выйдешь на станцию и пойдешь своими ногами вглубь этой местности. Так вот, большинство хороших романов сегодня прочитываются в режиме проезжая мимо станции, глядя в окно, с меня слетел шаг. Все. Со ситуацией для перечитывания, для актуализации серьезной литературы, написанной хотя бы год или два назад, я уже не говорю о десятилетиях, понимаете, вот этого у нас категорически не хватает. И мы обедняем себя страшно. Вот это реальная проблема. Ну, знаете, все-таки ощущается такой, такой называется, технологический откат. Уже от технологии люди начинают откатываться. Хочется вот не клипового, да, не вот этого быстрого переключения, а вот чего-то длительного, продолжающегося, ну, скажем так, романного. И про себя, и про способ отношений с людьми и с миром. Ну, я такой умеренный вообще оптимист. Я не пессимист, как бы окончательный, тоже какая-то дурацкая позиция. Вот, ну, это чувствуется, вот есть запрос на это. И ваша книга как раз вот именно из того, что хочется взять в руки и читать. Тем более лето начинается, а лето – это пора чтения. Спасибо большое. Так что вот у вас есть Ольга Славникова, вот она живая, прекрасная. Пока. У вас есть… Стоп. Вы никуда не торопимся. Пока вот. Живая. Берем в руки книгу, называется она «Замечательный прыжок длины», читаем. Спасибо, Ольга.